На этой неделе начнется снос гаражей в 5-м А-микрорайоне. 450 боксов мешают начать строительство так необходимые в этой части города школы. Техника и рабочие для сноса у сургутской администрации есть. Полиция будет обеспечивать безопасность демонтажа. Так как железные каркасы не имеют прочного крепления к земле, их перенос и дальнейшая утилизация не представляют особой трудности. Согласно мониторингу, сейчас из 450 гаражей используются по прямому назначению только 15. Всем собственникам гаражей было предоставлено время на самостоятельное освобождение муниципальной земли. Кроме того, в связи с обращением председателя другого кооператива ГСК «Островной», предоставляется в настоящее время возможность выступления членства данного кооператива с предоставлением места для размещения гаражей. Имущество, которое находится в боксах, будет описано комиссионно. Напомню, после решения суда в марте этого года все владельцы могли не только самостоятельно забрать вещи, но и перенести гараж. Сейчас корпуса уже перешли в муниципальную собственность. Сроки демонтажа и полной очистки территории поджимают. Строительство школы на этом месте запланировано на 2020-2022 годы. Потребность в учебном заведении стоит здесь очень остро на протяжении длительного времени. Микрорайон большой и густонаселенный. Все работы по очистке площади планируют завершить летом. Детей там достаточное количество, и родители в соседние микрорайоны направляют своих детишек. Это, во-первых, и небезопасно, и так далее, и тому подобное. Поэтому на сегодняшний день необходимо, конечно, принимать срочные меры администрации города для освобождения этого земельного участка.